Приветствую вас. Вы молодец, что обратились на наш ресурс. Здесь вам обязательно помогут. Вы либо не дописали свой вопрос, либо специально выбрали такую вот форму извещения, форму как бы декларации о том, что есть такая проблема. Собственно, вам в вашем случае нужно выбрать экспертов в области психологии и поработать с тем, кого вы сами для себя выберете и кто вам понравится, то есть кому вы доверите свою проблему. И цену выберете наиболее приемлемой для себя. Есть у нас здесь как новички, так и люди, которые работают уже давно достаточно. Вот, посмотрите по профилям, почитайте в моем случае и в случае еще пары коллег, послушайте ответы, и кто понравится, тем и начинайте работать. Потому что без работы не получится сделать то, что вы обозначили, да, то есть найти причину и выход из положения. Но по общему правилу хочется сказать, что неразбериха – это всегда следствие нарождения чего-то нового. То есть старые модели поведения отмирают, они не приносят удовлетворения больше. А новые модели поведения еще не стали сколько-нибудь привычными, сколько-нибудь осознанными, сколько-нибудь правильными и так далее. И вот это то, что сейчас с вами происходит, в некоторой степени нормально. Просто нужно, как и любую стихию, нужно направить в нужное русло. Вот именно это поможет вам и сделать тот специалист, которого вы выберете на нашем ресурсе и которому вы доверите свою проблему. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Всего доброго и удачи.